My Wellness Cloud – это очень легкий способ для новичка начать заниматься. Мы заходим в тренировки, выбираем программу тренировки, новая программа, и тут в форме анкетки отвечаем на элементарный вопрос. Сколько раз хотим заниматься? 3 раза в неделю, до часа, достичь цели. Я, например, хочу, конечно, похудеть. Описание программы, спрашивают, занимались раньше или нет. Я, например, занимался, да. И на выбор несколько уровней по нагрузке. Мы выбираем Power and Sport, более интенсивные занятия. Так, тренировка номер 1. Он сразу предлагает список программ, которые нужно использовать. Мы нажимаем начать тренировку. Да. Все, тренировка начата. Первое занятие – это велотренажер. Он пишет то, что нужно крутить 5 минут с мощностью 114 ватт. Эту нагрузку он высчитывает, исходя из моих личных особенностей. Рост, вес, возраст и так далее. Сразу же видео демонстрация, как нужно заниматься. Дальнейшие наши действия – это мы берем ключ, идем в велотренажер без спинки и вставляем его. Он автоматом выставит длительность и уровень нагрузки. Поэтому это легкий способ начать заниматься. Спасибо.